Страйкбольный автомат АК-бета-спецназ от производителя из Китая компании ЦИМА. В комплекте был сам автомат, бункерный магазин, выполненный из пластика, шомпол, небольшое количество шаров, ремень, инструкция, аккумулятор и зарядное устройство для этого аккумулятора. Материалы изготовления: пламегаситель, цевье, ствольная коробка, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка, прицельные приспособления выполнены из пластика. На цевье есть рис-планка для крепления тактической рукоятки или фонарика. Штатные прицельные приспособления – это мушка и целик. На основании мушки и на ствольной коробке есть антабки для крепления ремня. У данной модели есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за имитацию рычага затвора. Регулировка происходит с помощью стандартного бегунка. Внутри находится стандартный для приводов АК-серии от ЦИМА гирбокс третьей версии. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы с запчастями от других производителей. Аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо сдвинуть вниз пятку приклада. Разъем мини-тамия, есть предохранитель. Органы управления стандартные для приводов АК-серии. Это спусковой крючок, рычаг отмыкания магазина и переключатель режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения: предохранитель, автоматический огонь и одиночный огонь. Обратите внимание, что у данной модели в ствольную коробку интегрирован магвел, благодаря чему отмыкание и примыкание магазина становятся очень простыми, что практически полностью исключает возможность сломать зуб магазина при неправильном примыкании. Для данной модели подходят бункерные и механические магазины для АК-серии производства фирмы ЦИМА.